Я, знаете, не хотел выходить перед этой программой, а хотел, чтобы мы так вот мрачно начали с понтами совсем. С понтами не вышло опять, извиняюсь. Ну что, новая программа. Ребят, Верев, когда вы берете? Там вот люди еще не успевают. Программа называется иначе. Будет идти 1,5 часа. Я надеюсь, вы отмучаетесь ее, прослушаете. Да, надеюсь, слова будут понятны. Ну, зал этот немножко гулкий. Если слово будет непонятно, прошу поддержать отечественного производителя и купить альбом. Недорого. Вот, иначе. Ну, что еще? Потом мы, если вы захотите, поиграем какие-то старые песни. Ну что, мы старались, постараемся, как говорят музыканты, сегодня не облажаться. Спасибо вам большое, добра. Спасибо, спасибо, спасибо.
лица, белели в тумане, ждали, месили глазами свет, и грязь последнего дня. Мы долго на это смотрели, не помня, не узнавая, детали такого немыслимого, неведомого огня. Родившимся этой ночью мы оставляем землю, будущее надежно укроет нас в провода. Чем станем мы завтра ветром, пустой подвальною тенью? Об этом знают лишь звезды, молчащие в небеса. Пока.
поедаем с первого дня рождения солнечный свет. Но фотосинтез прагматичен, и он в ответ пропитает все. В этом творческом отмене, дорогая, никакой трагедии нет. Мне бы только найти свое я, а потом хоть куда, хоть в песок, хоть в йо. Остановить часы черной дырой, развеять над морем свой пар. Что делать? Вопрос опоздал, Гаврил протрубил отбой. Отменил пищевые цепочки, перетряхнул мертвецов по гробах. Но никто из них не поднялся, они не сдались, они остались сами с собой. Не стоит ступаться в собары, сигареты одухотворенные. Но кризис идей на земле, и нас опять что-то тянет вниз. Всем спать, всем спать, всем спать. Поет телевизор, мы живем, чтобы видеть сны. Но хочется что-то делать, пока еще не все родились. Как устали мы прыгать в рай с кипящим молоком. Кто не имеет идола, тому не страшен позор. При коммунизме человек теряет личность, батальоном она не нужна. Капитализм человека делает вещью, а на каждую вещь есть вор. Очень хочется верить в иное, но как испить эту чашу без дна? Возвращение человека к себе, расточительный труд. Куда нас несет, кто знает, но как всегда трусливые во главе. Контролируя хаос равных возможностей, цивилизационный зуд. И в эти трудные дни важнее всего оставаться верным себе. В наш играет солнечный свет, нас греет любовь и тепло. Мы замурованы творцом, покаянную, вечную жизнь.